Пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Алимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Алимбет – народный букмекер! Первый сбор, он такой всегда основательный в плане функционала. На этом сборе, на первом, мы стараемся работать больше над выносливостью. Ребята получили программу на отпуск, все ее выполнили. Они приехали без лишнего веса абсолютно, что очень радует. И мы с первого дня подняли нагрузки. Все справились. Даже Слава, который 2003 года парень, молчит, сопит, работает, терпит. Я не думаю, что особо много времени у ребят уйдет на то, чтобы притереться, потому что мы искали с определенными качествами вратарей, и мы их нашли. Мы очень довольны той вратарской бригадой, которая сейчас у нас. Вот. И в принципе не думаю, что много времени у них уйдет. Можно сказать, что они притерлись. Самое главное для них сейчас — это наши требования, требования тренерского штаба. Не просто услышать, а выполнять. Все ребята прекрасно понимают, что для того, чтобы стать вратарем, нужно очень много работать. Они очень много и очень старательно тренируются, и даже в каких-то моментах их приходится останавливать. Есть, конечно, там нюансы, когда мы чуть раньше уезжаем на тренировки или там проводим тренировку отдельно, но в целом, конечно, они терпят. Могут, конечно, пошутить в том плане, что уже тяжело и надоело, но только пошутить.